Здравствуйте всем, добрый день. Я сейчас в данный момент нахожусь в городе Линкоряне в Азербайджане. У нас грейпфрут вот так растет, грейпфрутное дерево у нас. Сейчас я вам покажу, какой вкус и как грейпфрут у нас растет, как выглядит. Сейчас вот один даже я оторву. И посмотрим, какой вкус у него. Настоящий грейпфрут. И сам даже попробую, скажу вам, какой вкус. Очень вкусно. Советую вам тоже попробовать. Приезжать к нам в гости и очень вкусный грейпфрут попробовать. Вот посмотрите, какой она сочный. И к нам подписывайтесь и лайк поставьте. Спасибо за просмотр.